hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been forgotten, I Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Они не будут все одинаковые практически. Хорошо. Я уверен. Олег, закройся, иди в ту комнату. Ты меня уже. Вот пошел к концу третий тур. Ползет, да, Олег? Новости там были. Олег, уйди, я прошу, ты реально сейчас будешь не делать? Чувак, тебя сейчас закроют 4 раза. Не, 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 вот 100%. Все. Ты будешь смеяться, я сейчас буду сбиваться. Но я не хочу там стоять, как отшельник. Олег, ты поверь, я есть бит, я накрыл. Так. Вот я закончился. Я слышу, как он ржет. Тихо. Толя. Я не могу прерывать. Сейчас меня будут накрывать просто после таких. Вот подошел к концу. Может, эти турки спаски. Подошел к концу мой уже третий по счету турк из баскета. Чем для меня он был особенным, так это тем, что я не знаю. Продолжай, пожалуйста, дальше. Тур был очень крутым. Я очень рад, что я обрел новых друзей в этом туре, в команде. Я могу сказать то, что этот тур для меня был очень легкий в плане моральной степени, потому что я уже знал, что меня будет ожидать, я уже был готов морально к трудностям. Ребята, тур был очень классным, насыщенным. Надеюсь, что это далеко не последний наш тур КСБаски. И следующий тур будет еще насыщенный, более крутым. Один раз живем. Да не ори ты, не материтесь. Да холодно тебе! Обратно! Ребята, давайте обратно! Прямо из пекла! Давай обратно! Тут теплее его! Откуда? Под ногой данку забрал. Тагил! Тагил! Да какой Тагил? Дима, прямой репортаж быстрее! Дима! Минус 6! Минус 6! Температура 36,6! Так и живем! Да не держи рукой, там не надо держать рукой. Мазила! Мазили! Надо с этим. 1-0. Поехали? Давай.
Красавчик! Вот это опыт у человека. Я же говорю, взял. Блин, вот это компьютерный хакер. Я всегда был не очень в этой игре. Давай. Дим, ну может в жизни. Сколько, 4, может, в жизни повезет. Делаем выводы. Это печаль. Победа. Ребята. У нас как раз уже положили. Хочу сказать большое спасибо за эмоции. Эмоции, которые я получил в этом туре. Спасибо за энергетику в городах. Вот мы получали от зрителей, от большинства зрителей эмоциональный фон, который нас заряжал. И мы как бы тоже платили им тем же. Силы, я не устал, хочу еще. Команда, самая лучшая команда. Здорово, мир так прекрасен. Мне очень понравилось, потому что в этом году так сложилась ситуация, что мы все вместе поехали на такой позитивной ноте. Отличное количество городов, отличный маршрут, хорошая погода для России, нет мороза. Мы были все вместе, мы не конфликтовали, мы были на полном взаимопонимании. И это добавило нашей компании еще больше сплоченности и единства. И я доволен этим. Все мои друзья вокруг меня, кто окружал меня все это время, постоянно общались со мной, мне было приятно. Я домашний парень, но я в этот раз не особо скучал за домом, потому что дом был вокруг меня. Мне очень понравилось. Я думаю, мы очень сильно прокачали много городов, намного лучше сыграли, чем вообще шоу намного лучше получилось, чем в первом сезоне. Мне понравилась атмосфера, которая царила вот в нашей команде. Это вообще для меня это очень все на одном дыхании. Хоть и физически, конечно, тяжело, я играл с травмой, но в целом вообще очень все здорово. Всем спасибо, еще увидимся. Подписывайтесь. Давай. Я люблю тебя на всё. Что в нашей команде есть новые лица. Очень серьезное пополнение, и не в плане только в баскетбольном и в командном, а еще в душевном. Хорошие все ребята, и мне очень приятно, что в нашем полку прибыло, что в нашей семье пополнение, и что мы сплотились еще больше командой. Вот, собственно, все. Я надеюсь, мы еще скоро увидимся. Ты принят на работу. Спасибо всем, кто приходил на наше выступление и поддерживал нас, действительно. Потому что нам тяжело изо дня в день показывать вам представление. Спасибо за поддержку всем, кто приходил специально на нас посмотреть. Потому что иногда в начале мероприятия зал был не совсем полон, а как раз к нашему выступлению зал практически заполнялся до отказа. Вот. Так что спасибо всем, кто нас поддержал в нашем нелегком деле. В общем, спасибо зрителям за то, что давали нам позитив,
чем больше вы нам даете позитива, тем больше мы вам отдаем его. Спасибо большое. Респект всем тем, кто с нами. Эмоции меня просто переполняли. Меня, я поначалу просто вскрывался. Настолько были сильные эмоции. Вот. Люди постоянно подходят, спрашивают, интересуются. И говорят, когда вы к нам еще приедете, и приезжайте к нам почаще. Безумно приятно все это слышать. Все это здорово, все это круто. Ну и у нас потрясающая команда. А самое важное, что микроклимат у нас просто суперский. И я думаю, что за счет этого микроклимата, за счет своего отношения к делу, мы его добились определенных результатов, каждый из нас. Чё? Катю! Чё надо на тебе в этом туре? Кто здесь? Что за голос? Что за голос ругается? Вырвый красавчик! Сложно понять, кто это. Почему-то этот голос постоянно присутствует в течение всего нашего тура. Я думаю, у нас в команде есть бабайка. Бабайка. Ну вообще я ожидал от этого тура, ну как бы более. Я думал, он будет более. Тихо, без матов. Без матов. Я думал, тур будет более сложен для меня. Так, он первый такой для меня. Она гипнотизирует тебя, это одноглазые змеи. Вот, но оказалось намного легче. Так, тихо. Вот. Ожидал я от него очень многого, получил еще больше, если честно, да. Вот. Я даже рад, да, синякам на руках, гематомам, потому что все было реально круто очень. Научился танцам. Как это? Мы думали, ты профессионал. Внезапно. Я не знаю, мы брали Вадика, думали, что он профи. У меня были заготовки, но... Они раскрылись. Основные элементы продели здесь. Благодаря некоторым ребятам, из откуда он, ну, из Твери. Парень из Тулы. Парень из Тулы, спасибо тебе. Я разрешил Дерек. Да. Ты открыл во мне новые таланты. Я передаю привет компании Adidas. Спасибо. За мои кроссовки, которые я заклеил. Все круто было. Эмоции. Блин, было очень круто, было очень весело. Мы все читали рэп в автобусе. Вся команда читала рэп, кроме одного. И давайте сделаем опрос, кто же не читал рэп? Проза. А все просто наваливали, как лютые гангстеры, просто Вутен нервно курил в стороне. Это было. Поверьте мне. Я присутствовал при этом. Значит, дальше. Ребята все прекрасные люди. Некоторые разбрасывают вещи, из-за этого они еще становятся лучше. Все хорошее только начинается. А чуваки, что мне понравилось, наверное, все. Нету негативных моментов. Хочу сказать за команду то, что на опыте старых туров мы стали намного сильнее и морально, и физически. То есть, ну, насчет тура хочу сказать, что для меня этот тур был, наверное, как испытанием, что ли. Потому что тяжело восстановиться после травмы и попытаться хотя бы приблизиться к той форме, которая был. И, наверное, самому доказать себе, что ты что-то еще можешь. Мы чемпионы мира по обживанию мест, в которых нельзя жить. Ну, я в первую очередь хотел рассказать бы о том, как проходит вообще тур, потому что многие люди не совсем понимают, как мы живем. Тур – это 20 городов, и делятся остановки по 3 города подряд, и после каждых 3 городов примерно у нас появляется хотя бы один выходной. Вот, и когда ты подходишь к 10, 15, 20 городу, многие ребята не совсем понимают, насколько непросто показать свой максимальный уровень. Вот, и, ну, говоря за себя лично, бывает иногда очень непросто, но ты все равно, заходя в зал,
когда ты смотришь людям улыбающиеся лица, когда ты заряжаешься их энергией, ты получаешь огромное удовольствие и заряжаешься. Вот. И это, безусловно, поддержка зрителей, она ваша поддержка, она, безусловно, она помогает нам классно выступать. Всем здоровья и респект. В целом, подвести итог, сказать огромное спасибо за то, что я в этом туре, что я являюсь частью этой команды. Я хочу сказать спасибо зрителям, хочу организации КС Баскет, хочу сказать просто, что это настоящий кайф в туре. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
концу мой уже третий тур Кэсбаскета. Что я могу сказать про этот тур? Прежде... Извините вас. Блин, ребята. Все, все, все. Сейчас будет 12 речей, они будут все одинаковые практически. Хорошо. Я уверен. Олег, закройся, иди в ту комнату. Ты меня уже... Вот пошел к концу третий тур. Ползите, да, Олег? Новости там были. Олег, уйди, я прошу, ты реально сейчас будешь не делать? Чувак, тебя сейчас закроют 4 раза. Не, 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 вот 100%, все. Все. Ты будешь смеяться, я сейчас буду сбиваться. Но я не хочу там стоять, как отшельник. Олег, ну ты поверь, я не сбил, я накрыл. Так. Вот и закончился. Нет, я слышу, как он ржет. Тихо. Толя. Я не могу вам прерывать. Сейчас меня будут накрывать просто после таких. Вот подошел к концу. Может, третий тур Кэсбаскета. Подошел к концу мой уже третий по счету тур Кэсбаскета. Чем для меня он был особенным, так это тем, что я не знаю. Продолжай, пожалуйста, дальше. Тур был очень крутым. Я очень рад, что я обрел новых друзей в этом туре, в команде. Я могу сказать то, что этот тур для меня был очень легкий в плане моральной степени, потому что я уже знал, что меня будет ожидать, я уже был готов морально к трудностям. Ребята, тур был очень классным, насыщенным. Надеюсь, что это далеко не последний наш тур Кэсбаскета. И следующий тур будет еще насыщенный, более крутым. Один раз живем. Да не орите, не материтесь. Обратно! Голода же! Обратно! Ребята, обратно! Прямо из пекла! Давай обратно! Тут теплее его! Откуда? Какой Тагил? Дима, прямой репортаж быстрее! Дима! Минус 6! Минус 6! Температура 36,6! Так и живем! Да не держи рукой, там не надо держать рукой! Мазила! Надо с этим! 1-0. Поехали. Давай. Красавчик. Вот это опыт у человека. Я же говорю, взял. Блин, вот это компьютерный хакер. Я всегда был не очень в этой игре. Давай. Дим, ну может в жизни. Сколько? 4-1? Может в жизни повезет. Делай выводы. Это печаль. Победа, ребята. У нас как раз уже положились. Хочу сказать большое спасибо за эмоции. Эмоции, которые я получил в этом туре. Спасибо за энергетику в городах. Вот мы получали от зрителей, от большинства зрителей эмоциональный фон, который нас заряжал. И мы как бы тоже платили им тем же. Силы. Я не устал. Хочу еще. Команда, самая лучшая команда. Здорово, мир так прекрасен. Мне очень понравилось, потому что в этом году так сложилась ситуация, что мы все вместе поехали на такой позитивной ноте. Отличное количество городов, отличный маршрут, хорошая погода для России, нет мороза. Мы были все вместе, мы не конфликтовали, мы были на полном взаимопонимании. И это добавило нашей компании еще больше сплоченности и единства. И я доволен этим.
все мои друзья вокруг меня, кто окружал меня все это время, постоянно общались со мной, мне было приятно. Я домашний парень, но я в этот раз не особо скучал за домом, потому что дом был вокруг меня. Мне очень понравилось. Я думаю, мы очень сильно прокачали много городов, намного лучше сыграли, чем вообще шоу намного лучше получилось, чем в первом сезоне. Мне понравилась атмосфера, которая царила вот в нашей команде. Это вообще для меня это очень все на одном дыхании. Хоть и физически, конечно, тяжело, я играл с травмой, но в целом вообще очень все здорово. Всем спасибо. Еще увидимся. Подписывайтесь. Давай. Я люблю тебя на все. Я смеялся.